моя пышечка Yellowstone Falls. Как ее побил град, и как она быстренько и красивенько восстанавливается. Я и так благодарна Гейхера. Посмотрите на этот комочек счастья. Этот прозрачно-лимонно-нежно-салатовый цвет. С вот таким вот краплением. Одна из моих самых любимых. Знаете, размножается она не очень, так как бы не с охоткой. Но можно прикопать от нее, так как это фолс. Видите, вот я прикапываю вот так вот побеги, которые она дает. И она начинает свой жизненный путь. Великолепный сорт. Она растет у меня рядышком с Redstone Falls. Я уже расползлась. Вот так вот ползет себе как бы без проблем. А эта нижнюська, вот она с прошлого года у меня была маленькая-маленькая. А сейчас она просто вот такая вот красавица. Прекрасный сорт. Самое интересное, знаете, я покупала еще представительницу этого сорта, но она, ну вот как-то не вдохновляет. А это все деточки от моей, которая у меня была, я вот порассаживала. Так как это такая слабенькая, хиленькая, то есть откуда получили саженец, тоже имеет большое значение. Этот сорт обожаю именно вот с этого питомника, в котором я покупала. Вот такая вот красавица.